Так, ну все, я пошла на родительское собрание. Хорошо, хорошо. Ну все, я остался один дома. Блин, все равно как-то немного страшно. Я просто там последнюю тройку получил за контрольную работу, и мама об этом не знает. Если она об этом узнает, то это совсем будет плохо. Но пока можно поиграть в телефон. Так, ну начнем с вашего сыночка. Я надеюсь, что он себя хорошо ведет. Если бы он пререкается с учителями, хамит. Да нет, такого не может быть, нет. Хорошо, я с ним обязательно поговорю. Блин, где мама-то? Уже очень много времени прошло. Обычно же собрание там минут, не знаю, 30-40. Это кто, мама что ли? Открывать, я сказала! Ой, упс, что-то пошло не так. Да иду, иду! Открываю! Так, мой дорогой, мне про тебя, Коля, сказали, что ты огрызаешься с учителями. Играешь весь урок в телефоне, ну-ка, где твой телефон? Да в смысле, это неправда, я не играю, я слушаю учителя. Черт, надо срочно телефон прятать. Так, где твой телефон? Да он на зарядке, не трогай его. Мама, что ты делаешь? Ты что с моим телефоном сделала? Да в смысле, я сваливаю? А ну-ка, куда пошел? Пожалуйста, не трогай меня, это уже какой-то хоррор. Что за бред? Ну почему, блин, почему? Черт, быстрее, быстрее! Блин, моя нога. Мальчик, что с тобой случилось? Вы кто? Не подходите ко мне. Да спокойно, спокойно. Кто вас так запугал? Я обычный полицейский. Это ужас, мама пришла с собрания и она разбила мой телефонный ноутбук об стенку. Вот это да! Такое воспитание, такая злость. Ну, я так понимаю, поругать там, не знаю, но... Так, где находится сейчас ваша мама? Она там, возле дома. Так. Стоять! Вы кто? Че вы вообще с моим сыном ходите? Какое вы еще имеете право? Слушайте, вы что себе позволяете, а? На пистолет. Идите отсюда, я сама знаю, как разговаривать с моим сыном. Это уже неприемлемый разговор. Смотрите, как вы его запугали, он уже боится к вам подойти. Вы арестованы. Так, ну здесь штраф 100 тысяч, и мы вашего сына на неделю отправляем, где будут за ним следить. Если вы так дальше будете продолжать, вас лишат родительских прав. Да вы кто вообще такие? Все за мной.